Так, ну в общем, выходит красную команду еще меня. Я пока начну. Сегодня первая часть выпуска построение процессора в Феррари. Ну как бы вторая. Первая. Я стал. Значит. Сегодня. Что это? Тебе понравились провода? Да. Я старался. Yeah. Нет, на самом деле, это еще понятная схема на самом деле. Так вот о чем. Значит, сегодня я расскажу, как строить сумматор. Это, в общем-то, очень важная вещь в процессоре. На самом деле можно без нее быть снопом. Значит, что она делает? Слева можно видеть два входных числа, красное и синее. Снизу можно увидеть 8 проводов, это результат. Значит, собственно, в чем суть? Все числа двоичные. Давайте расскажу примерно работу всей этой байды. То есть вот я добавил единицу, вот я добавил еще 2. Итого синее число у меня 3, красное число у меня 0. Теперь к красному числу я что-нибудь добавлю. Я добавил 8 и 2, 10. Проверяем 10 плюс 3, 1 плюс 4, 6. 8, внезапно 13. Ура, оно работает. Охуенно. Можно еще побаловаться, посмотреть еще разные числа. Вот, а что-то там добавил, оно что-то как бы сложилось. Вроде бы работает, можете проверить. Значит, как эта хуйня работает? Значит, каждое бит числа подается на свой модуль. Какой-то модуль для низшего порядка, какой-то для верхнего. Все промежуточные работают следующим образом. На вход, на XOR и на XOR подаются числа. То, что подалось на XOR, идет дальше, используется в следующих логических операциях. И самое важное, что оно участвует в ответе напрямую. То есть оно эндится с прошлым битом переноса, то есть с некоторым остатком от прошлого числа, и выводится на конечную таблицу, в данном случае факел. Можно собрать реально частичное табло, как хочет Лёха, но я заебусь. Лёха, хочешь собрать? Я заебусь. Вот, мы заебемся, поэтому мы не будем это собирать. Вот, если вы не зайдете, то, в принципе, наверное. Вот. Да, когда проводов нет, выглядит это все очень миленько. Когда провода есть, выглядит это, ну, так себе. Вот. Собственно, хотите собрать подобное, либо тупо в лоб это копируете, либо изучайте архитектуру ИВМ. Боюсь, тебе тяжело будет скопировать. Что? Боюсь, тяжко будет скопировать. Лёха, изучить архитектуру ИВМ тоже так себе удовольствие. Мне кажется, это легче сейчас. Да? Козлагу поебал, ничего не знаю. Да, наверное, все сказать, что мы благодарны разработчикам. А теперь у нас точно не будет никакой жизни. Вот. Да, это самая первая часть. У меня довольно грандиозные планы на эту штуку. Лёха, ты разметал провод? Нет. Лёха, ты мудак. Я знаю. И так вчера соединил боится, что он все наебнулось. Я создал генератор рандомных чисел. Что? Я создал генератор рандомных чисел. В смысле?
я два провода соединил не так, и... Да, кстати, у меня вчерашней хуйни не осталось. А? Да, вот она. Тут примерно то же самое, но больше элементов, зато понятнее. И проще скопировать. Но тратится больше ресурсов. А вот еще больше, на самом деле. Тут оно просто складывает 4-битный часов, не 8-битный. Поэтому все не так страшно. Так, ну что, мы заканчиваем видео? Я думаю, да. Отлично.